Всем привет! С вами Прия. Как вы прекрасно знаете, текущая неделя — это первая неделя, в которой вообще стартанула мифик-сложность. И все люди пытаются закрыть мифик, как можно больше боссов, устроены различные мировые гонки и всему тому подобное. Гильдии различные тоже кроют мифик, но конкретно в ту гильдию, в которую я в текущий момент вступил, местечко для мифик просто не нашлось. Ну, потому что людей много, и я в гильдии новенький, а с целью того, чтобы с мейн состава никого не обижать, ну, меня просто не берут. Ну, и к тому же ДК — это не тот класс, который хотят видеть различные релы на освоении. В принципе, это все понятно. Ну, и чтобы особо не отставать по итем-левелу, по рейдовому опыту, я решил поискать себе пати с рандомами, и мы убили трех боссов на текущей неделе, и в текущий момент, в этом видосике, вы увидите фазы маута, то есть там получается пул, первая фаза, сбитие первого щита, потом конец сбития третьего щита, и уже самая ластовая фаза, то есть последние его 30% жизни. Почему пропущена вторая фаза, сбитие второго щита и процесс сбития третьего щита? Знаете, пулы с рандомами немножко неустойчивы. Мы потратили 21 пул, и при этом 15 мы вайпались просто на первой фазе. Изначально я записывал все первые фазы, но потом как-то не особо уже горел желанием и думал, мы босса в принципе не убьем. И, конечно же, в тот самый пул, когда мы смогли нормально все реализовать, прошли вторую фазу, сбили третий щиток. Я подловил себя на моменте, то, что надо бы запечатлеть сие момент, поэтому получилось то, что получилось. Ну, я считаю, получилось весьма интересно. Когда я обрабатывал эти отрывки, я заметил то, что я достаточно часто дышал. Не знаю, может, кому-то это покажется страшным, кому-то, наоборот, забавным. Но, знаете, по крайней мере в этот момент я сосредоточился на боссе, сконцентрировался на ДПСе, на ротации, на различных светящихся кнопочках, конечно же, куда без них. Ну, по крайней мере, я не умирал от черных крыльев абсолютно во все пулы и не умирал от ваншот-каста, при котором нужно зайти в войд-зону. Так что концентрация была, в принципе, на максимуме. Поговорим немножко о самом боссе. Значит, босс двухфазовый, в первую фазу мы сбиваем ему хпшечку, ну а во вторую фазу мы сбиваем ему ману. И мы убивали его весьма интересно, то есть танки делали там различные манипуляции, и при этом мобов мы просто-напросто не пинали. Играли в 5 хилов, ДПСа нам иногда хватало, иногда нет, с целью того, чтобы сбить первый щиток. На второй щиток мы просто-напросто пили поушены. Тактика фейсрольная, как мы ее назвали, то есть просто-напросто мы стояли, пинали босса, хилились, отжирались, и при этом все прошло очень даже хорошо. Не смею вас задерживать, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте о ссылках в описании, до скорого. Ребят, пожалуйста, прекратите умирать на первой фазе, это дебилизм. Крылья еще. Выбирай. Третья группа и вторая. Дисполнительненько. Четвертая группа, дебаф. Стигиск. Зашли. Первая, вторая. Барклинг. Череп бери. Третий. Четвертый.
Автомат. Нет, нет, его не будет. Твоя первая сфера. Так точно. Не убейтесь. Сферы пока нет. Сзади катится же. Да, 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 да. Эго, дай крик. Слева, спереди. Не убивайтесь, ребят. Почему не диспелят людей? Там же опять. Я вижу, вижу. Сейчас меня повесит, так собирай, и я отдам до конца так. Первое. Забирай. А. Так, скидывай. Дебафы скидывайте, скидывай. Все. Все остатки. Сейчас тягись-ка. Да. Заходим. Баркли. Вторая. Дима, зубы, дай. Третья. Там мы СЛТ стоит. Да я вдалеко. Четвертый. Заходим. А, не-не-не. Тягожим, дай имя, пожалуйста. Заходим. Ну давайте. Мать его. Давайте, давайте. Блядь. Фу, блядь. Элементарный мишек. Вас просто. Фу, блядь. Нахер мы его били. Нахрен. Нахер мы его били. Да, тоже ничего не упало. Ну. Молодцы, что собрались. Молодцы. Кто умирал, не умирайте больше. Мы могли бы после гораздо раньше. Вот. Ну, ладно. Тут, блин, когда все вошло по пизде, мы, конечно же, его убили. О, Прия, Прия. Блин. Прия, предлагаю сказать, что ты можешь ее передать и передать. Да, не, сори, у меня нету 75-х триник, не обзавелся да еще. Да, я понимаю. Теперь есть. Ага. Бля, это уже как-то жестоко.